Здравствуйте! На канале ФКТ «Время новостей». О событиях пятницы, 17 августа, вам расскажут мои коллеги и я, Инга Габешия. Решить многолетнюю проблему за 2 месяца. Мэр Сочи встретился с собственниками жилкомплекса «Москва», которые 6 лет не могут заселиться в квартиры. Оформлены первые электронные ПТС. Два документа стали первыми ласточками с момента запуска системы. Площадка нашего двора в Сочи сыграла в «Форт Боярд». Для детей на вечерней площадке устроили квест-шоу. В Сочи открылась экспозиция православных икон из частных коллекций. Многие из них впервые выставлены на публике. В Сочи осенью обсудят вопросы развития внутреннего и выездного туризма. 22 и 23 ноября пройдет международный туристский форум. Он соберет на одной площадке представителей предприятий туриндустрии из различных регионов России и зарубежья. Наибольшее число участников ожидается из Краснодарского края и юга страны. Порядка 250 ведущих отечественных компаний. Также планируется, что приедут гости из Адыгеи, Кабардино-Балкарии, Ставропольского края, Ростовской, Вологодской, Кировской областей и других регионов. Накануне форума 20 ноября начнется ознакомительно-образовательная программа по объектам культурно-делового Сочи. А 22 ноября стартуют основные мероприятия. Международные выставки «Курорты и туризм», гостинично-ресторанный бизнес и конгресс по внутреннему и въездному туризму. Также запланированы деловые встречи, презентации и встречи в формате «Вопрос-ответ». Бывший первый вице-мэр Сочи Анатолий Рыков устроился на работу в Росгонки. Он занял должность заместителя генерального директора Росгонок, предприятия, которое занимается организацией Гран-при России Формулы-1. Напомню, информация о том, что Анатолий Рыков увольняется из мэрии, появилась 14 августа. На планерке главы Сочи стало известно, что чиновник ушел в отпуск, после которого уже не стал возвращаться на прежнее место работы. Анатолий Рыков работал в администрации курорта с февраля 2009 года. Решить многолетнюю проблему за 2 месяца. Мэр Сочи встретился с собственниками жилого комплекса «Москва», которые вот уже 6 лет не могут заселиться в свои квартиры. Темой обсуждения стало строительство инфраструктуры и подведение коммуникационных сетей к дому на Депутатской. Участие в собрании приняли и руководители предприятий жизнеобеспечения города. Как известно, застройщик ЖК «Москва» арестован по подозрению в мошенничестве. Известный сочинский бизнесмен Анзор Пруидзе не впервые стал фигурантом уголовного дела. Но, судя по всему, на этот раз выпускать на свободу в обозримом будущем его не собираются. Сам дом готов на 90% и, что важно, передан в собственность покупателям. Вся загвоздка в вводе в эксплуатацию. Коммуникации, если есть, то временные. Свет, вода, тепло. Большинство из этих ресурсов жизнеобеспечения нужно просто присоединить. Электричество в доме может быть уже через неделю. А отопление аккурат к отопительному сезону. Так оценили ситуацию руководители ресурсоснабжающих предприятий города. А вот с водоотведением не все так просто. К жилому комплексу необходимо провести магистральную трубу, соответственно, усилить насосные станции и далее по техусловиям. Стоимость работ 30 миллионов рублей. Но по просьбе руководства города водоканал готов сам выступить подрядчиком и выполнить работы в кредит. Я собрал только для того, чтобы минимизировать ваши затраты и оптимизировать, чтобы быстрее эти работы были сделаны. У меня вообще желание есть, чтобы в сентябре месяце работы были закончены. Я их буду просить при вашем желании, чтобы и работы по достройке были выполнены этими организациями. Потому что это будет дешевле и надежно. То есть они будут подключены, потому что они же сами и будут принимать в эксплуатацию. Будем выходить из создавшейся ситуации. Как вы сами видите, я беру на себя и контроль, но только и с вашей стороны должен быть правильный подход. Правильный. Без всяких вот этих лирик, эмоций. Они просто время потеряют. Свой план достройки дома есть и у нового исполнительного директора компании «Наш дом Сочи». Новым застройщиком назначен Зураб Харава. В недавнем прошлом сам бывший обманутый дольщик ЖК «Москва». Бизнесмен обещает собственникам решить вопрос с коммуникациями в полцены, но за это просит подождать еще пару отопительных сезонов. Вы признали этот дом в собственность за нами. Я такой же дольщик, как вы был 2 месяца назад. Мы признали его за нами. Для чего? Для того, чтобы не появились какие-то кредиторы бывшие, да? Нашего дома Сочи. И не сказали, а наш дом Сочи мне должен 600 миллионов, миллиард, полтора и так далее. Давайте ко мне этот дом за долги. Мы этого избежали. Никто не может, послушайте, дослушайте. Никто не претендует теперь на ваши квадратные метры.
Дом мы будем достраивать как по моей программе в течение 2 лет. Судя по реакции собственников жилого комплекса, снова доверять застройщикам они не планируют. Большинство готово принять помощь муниципалитета. Город предложил рациональные решения всех вопросов. То, что ждали 6 лет, наконец-то серьезно были собраны эксплуатирующие организации, которые занимаются коммуникациями. Вот если мы будем идти по предложенному мэром пути, то мы быстро сможем заселиться в дом. Если же мы будем ждать, как нам обещает наш застройщик, мы уже 6 лет ждали, еще 6 лет будем ждать. Тем более, что нам идут навстречу и нам дают рассрочку, присутствуя на всех собраниях, впервые было что-то, что рациональное. Я лично осталась довольна. И, наверное, люди многие довольны лишь потому, что у нас собрались все сетевики. Если с нас хотят взять 60 тысяч, значит, с каждой семьи, с каждой квартиры, мы согласны сдать сейчас, сегодня хоть. И достроить этот дом. Но не тянуть ее на 5-летку или там, на 2 года, на 3 года не надо нам. Мы благодарим очень мэра, очень хорошо он четко ответил, он как-то переживает за наш дом. И мы согласны, что раз так мы попали в такую ситуацию, мы очень благодарим то, что они вот сегодня нам хорошо ответили. Все, мы довольны остались вот этой встречей с ним, с мэром. В ЖК «Москва» 655 квартир. Решением собственников этих помещений создано товарищество собственников недвижимости. Оно и будет принимать окончательное решение. Анатолий Николаевич предложил о том, что МУП «Водоканал» окажет содействие подключению воды и канализации с рассрочкой платежей от товарищества собственников недвижимости сроком 2 года с исполнением обязательств в течение 1,5 месяцев. Предложенные главой варианты имеют абсолютно обоснованную под собой почву. Они реальны по срокам, они реальны по исполнителям. Они совершенно реальны, по которому на границах участка будет у этого объекта подан инженерный ресурс. Администрация города не только предложила помощь бывшим обманутым дольщикам, но и официально предупредила о возможной угрозе банкротства. Теперь все зависит от решения потерпевшей стороны. Галина Моисеева, Инга Габеша, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. В России оформили первые электронные ПТС. Два документа стали первыми ласточками с момента запуска системы. Напомню, что с 1 июля в России появилась возможность оформления электронного ПТС на автомобиль. При этом выдача бумажных паспортов на новые машины пока не прекращается. Переходный период будет действовать до ноября 2019 года. В новые ПТС в электронном виде войдет информация о транспортном средстве, владельцах, их количестве, страховых случаях, пройденном техосмотре, а также финансовая часть, например, находится ли автомобиль в залоге. Минпромторг, в свою очередь, отметил, что все нормативные правовые акты, необходимые для оформления, приняты. Но МВД России не утвержден порядок регистрационных действий на основании электронных паспортов. Соответствующий приказ возвращен для доработки. Именно это и тормозит пока массовое использование системы. В понедельник на Пластунке не будет газа. 20 августа специалисты «Сочигоргаз» приступят к плановым работам в районе улицы Лиселидзе. Это необходимо, чтобы подготовить оборудование к осенне-зимнему сезону. В связи с этим с 9 утра в течение нескольких часов возможно отключение газа в жилых домах на улице Лиселидзе. Номера домов вы видите на экране. Также отключение возможно в переулке Бригадный. Повторный пуск газа будет произведен сразу по окончании работ, для чего абонентов просят обеспечить доступ специалистам «Сочигоргаза» и иметь на руках действующий договор на техническое обслуживание. В Сочи из незаконного оборота изъято более 20 тысяч литров алкогольной продукции. При проведении рейдов в Лазаревском районе сотрудники полиции установили факт нарушения правил розничной продажи алкоголя. 40-летний местный житель организовал реализацию пива в нестационарном объекте. Всего в помещении было обнаружено и изъято 120 литров алкоголя. В отношении предпринимателя составлен административный протокол. Санкции статьи предусматривают штраф с конфискацией спиртного. Подобные факты установлены также в Центральном и Адлерском районах. В торговых павильонах обнаружено и изъято более 30 литров пива. В отношении местных жительниц 45 и 39 лет также составлены протоколы. На текущий период сотрудниками сочинской полиции составлено более 600 административных протоколов из незаконного оборота. Изъято более 2000 литров алкогольной и спиртосодержащей продукции. К новостям вернемся после прогноза погоды и короткой рекламы. Не переключайтесь.
18 августа в Сочи переменная облачность, местами кратковременный дождь. Температура воздуха ночью плюс 21, плюс 23. Днем 26, 28 градусов выше нуля. Около 8 миллиардов рублей налогов розничная сеть «Магнит» заплатила в казну региона за год. С новым руководителем крупнейшего торгового предприятия встретился Вениамин Кондратьев. С июня этого года компанию возглавляет Ольга Наумова. Глава Кубани и генеральный директор торговой сети обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества. Как отметил Вениамин Кондратьев, край сегодня заинтересован, чтобы «Магнит» и впредь оставался налоговым резидентом региона. Со своей стороны Ольга Наумова заверила, что в планах компании развивать торговую сеть именно в Краснодарском крае. Недавно были запущены первые аптеки и точки продаж в отделениях почты. По словам губернатора, важно, чтобы даже в самых отдаленных станицах и хуторах люди имели доступ к качественной продукции. Компания «Тантор» – один из самых давних партнеров и администрации Краснодарского края, и Краснодарского края, надежных партнеров. И один из самых больших, крупных налогоплательщиков. И для нас принципиально важно, чтобы и дальше компания «Тантор» оставалась одним из крупнейших налогоплательщиков Краснодарского края. И количество налогов, которые уплачиваются, только росли. А значит, должны расти и количество ваших проектов, которые, конечно, вы, я уверен, будете реализовывать. И нам очень важно здесь создать вам возможность, в первую очередь, для дальнейшего развития. Все наши новые проекты, идеи, так сказать, какие-либо движения, как в области торговли, так производства, так и рядом любых других, так сказать, наших инициатив, мы стартуем всегда и пилотировать начинаем именно в Краснодарском крае, потому что здесь, собственно говоря, наша штаб-квартира, она, так сказать, ну, это огромная, важнейшая часть, так сказать, нашей истории. И мы никаких, так сказать, радикальных там и вообще каких-либо, так сказать, изменений в этой части не предполагаем. Вот, безусловно, мы опираемся на Краснодарский край как на свою вообще штаб-квартиру и базу. Еще один немаловажный вопрос, который затронул глава региона – социальная стабильность. На предприятиях компании сегодня заняты больше 40 тысяч жителей края. Вениамин Кондратьев выразил надежду, что новое руководство сохранит количество рабочих мест для кубанцев. Безусловно, компания «Тантор» всегда была социально ориентированной. Поэтому здесь огромная просьба предусматривать все-таки определенную социальную ориентацию на ту жизнь, на жизнь тех людей, в первую очередь, которые у вас работают. Это принципиально важно, потому что люди – это самое главное и большое богатство как вашей компании, так и нашего края. Я думаю, что здесь вот те традиции, которые заложены в компании «Тантор», конечно, будут сохранены, я уверен, даже еще и приумножены. Что вот еще принципиальное сотрудничество с местными сельхозтоваропроизводителями. Это тоже важно, потому что, конечно, конкурентная основа, ее никто не отменял, но для наших сельхозтоваропроизводителей очень важен гарантированный сбыт. А вам очень важна гарантированная поставка. Есть хорошие, сильные поставщики в крае. Мы сегодня работаем более чем с 300 поставщиками. И наш интерес, чтобы сильные производители в разных товарных линеек также дополнительно с ними иметь долгосрочные стратегические отношения. В данном случае у нас очень, так сказать, амбициозные планы с производителями края, как бы дополнительно обеспечивать поставки произведенной здесь продукции на всю, так сказать, Российскую Федерацию. В числе поставщиков продукции на прилавке магазинов компании как мелкие фермеры, так и представители среднего бизнеса. В основном это производители хлебобулочных изделий, винных напитков, а также овощей и фруктов. Ольга Десятова, телекомпания ФКТ. Больше 1500 памятников военной истории реконструировали на Кубани. Подготовку к празднованию 75-летия освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков сегодня обсудили в краевой администрации. Глава региона Вениамин Кондратьев провел заседание оргкомитета «Победа». Основные мероприятия пройдут 9 октября в Темрюкском районе. Отметят памятную дату и во всех остальных муниципалитетах края. 9 октября – это наш краевой день Победы. Давайте с таким вот размахом, с должным уважением и по-настоящему большим праздником отметим этот день. Те ветераны, которые сегодня, слава Богу, дожили до этого дня, должны увидеть искреннюю заботу и о них, и
отружениках тыла, а те, кто пережил оккупацию, они должны быть в числе первых приглашенные на этот праздник. Поэтому об этом тоже давайте не будем забывать. И в первую очередь не форма здесь важна, а содержание. Именно содержание. Вениамин Кондратьев поручил обеспечить транспортное и медицинское сопровождение всем ветеранам Великой Отечественной войны в дни проведения праздничных мероприятий, а также тщательно проработать списки награждаемых памятными медалями. Их специально выпустят к 75-й годовщине освобождения Кубани. К другим новостям. Площадка нашего двора в Сочи сыграла «Форт Боярд». Для детей на вечерней площадке устроили квест-шоу. На площадке нашего двора юные сочинцы смогли окунуться в знаменитую приключенческую игру «Форт Боярд». Ребятам предложили пройти захватывающий квест в погоне за ключами. Дети отгадывали загадки и знакомились с легендой «Форт Боярд». Совершенно замечательно, что сегодня нашим партнером выступает очень яркая, очень известная франшиза, такая команда, которая является реализатором в России проекта «Форт Боярд». Вот это эти ребята, которые работают на совершенно бесплатной основе с нашими детьми, и мы видим, какой живой интерес это вызывает у наших деток. Для многих юных сочинцев эта игра стала хорошей возможностью проявить себя в коллективе, поскольку все головоломки нужно было решать сообща. Только сплоченные и дружные команды смогли выполнить все испытания и победить в игре, которая, надо сказать, вызвала у детей массу эмоций. Они честно играют, потому что они бьют не то, что стороной молотка. Если мы победим, то мы победим. Очень сильно. Выиграли? Да, мы выиграли. У них оставалось наполовину 3 забитых гвоздя, а у нас уже были все забиты гвозди. Программа летнего оздоровления близится к своему финалу. Все лето в Сочи работали 147 вечерних площадок нашего двора. Таких зон активности для детей с каждым годом на курорте становится все больше. На таких площадках дети занимаются спортом, творчеством, участвуют в образовательных проектах. Программа на курорте действует уже 10 лет. Ну а итоги нынешнего лета подведут 30 августа на Большом городском фестивале площадок нашего двора. Ольга Десятова, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ. Стритбол, граффити, слэклайн, паркур и воркаут. Завтра в Сочи стартует третий фестиваль уличных стилей «Южная столица». Проходить он будет 2 дня, в субботу и воскресенье. Это уже третий фестиваль. В этом году он соберет на курорте представителей уличных танцевальных направлений и спорта. Он станет самым масштабным. За все время свои заявки на участие уже подали около 300 человек. Начиналось все с 4 направлений брейк-данса, и уже мы выросли. У нас уже стритбол, паркур, воркаут, слэклайн, диджеинг, граффити. Мы всех очень приглашаем. Это будет уникально, это будет зрелищно. Главное, приз – это поездка на европейский чемпионат во Францию для победителей. И вы, конечно, погрузитесь в уникальную молодежную атмосферу творчества, задора, драйва. Мы всех приглашаем. Кстати, поездку в Европу оплачивают организаторы. А, к слову, победители прошлогоднего фестиваля из Краснодара стали во Франции вторыми. А еще в рамках фестиваля пройдут соревнования танцоров уличных стилей, танцевальные мастер-классы, судей фестиваля. Южная столица ждет гостей сразу на 2 площадках. Это площадь у памятника Островскому и скейт-парк у Виллы Вера. Вход бесплатный. Подать заявку на участие можно как заранее, так и в дни проведения фестиваля. Побороться за призы мероприятия смогут танцоры в возрасте от 8 лет. В Сочи открылась экспозиция православных икон. Выставка развернулась в Сочинском художественном музее. Русская православная икона 18-20 веков. Так называется экспозиция. Все представленные экспонаты из частных коллекций сразу нескольких коллекционеров. Многие из этих домовых икон выставлены впервые. Это иконы как раз уже поздние, 19-20 века, которые уже сейчас стали раритетами и какой-то вот художественной и антикварной ценностью. Вот, ну, об иконах говорить сложно, поскольку это не только произведение искусства, но еще предметы культа. Вообще иконы никогда не подписывались, понимаете. Это вот мы знаем там несколько имен. Так. А эти иконы, они всегда находились в домах у людей. Эти иконы, так называемые, намоленные, иконы, на которых молились, иконы, с которыми, в общем, сопровождают человека всю жизнь.
Лики святых, представленные на выставке, выполнены в разных техниках. Это и металлические иконы с объемным рисунком, и рукописные на деревянной доске. Особое место в экспозиции Сочинского художественного музея занимают раритеты из Афонского монастыря. Этим работам свойственна необычная манера письма, тонкая проработка деталей. Экспозиция «Русская православная икона 18-20 веков» станет постоянно действующей. Она развернулась в зале частных коллекций. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас также в социальных сетях: Facebook, Instagram, Одноклассники и в группе FKT ВКонтакте. В студии была Инга Габеша. Спасибо за внимание и всего вам самого доброго. Благодарим за создание имиджа ведущей студию красоты Мика Бьюти и лично ее основателя Милану Гаспарову. Студия красоты Мика Бьюти, макияж, прически, броу-бар, курсы для бровистов и обучение визажу. Такая, как хочешь, такая, как любишь, такая, как нравится, такая, как всегда. Сезоны. Женская одежда. Парковая 17.